Виолетта, ну, чемпионат продолжается, часть завершена, часть продолжается. Ваш комментарий к сегодняшнему дню, пожалуйста. Была уверена, в принципе, в себе. Поначалу все получалось. Первые два боя хорошо отставала. А вот с итальянкой не получилось выполнить установку тренера. Не ожидала такого напора от итальянки. То есть, а что тренер говорил? Как надо было? Ну, тренер говорил, чтобы я от себя делала ход с продолжением. Я не могла выбрать нужный момент. Ну, с Фьямини вы знакомы уже сколько лет? 8, наверное, да? Ну, вы же с кадетов, с юниоров, да. Да, с ней фехтуем. И вот то есть она чем-то удивила сейчас? Если честно, да. То есть с детства я ее знаю, и всегда она более оборонительный боец. А тут от нее такой исходил напор, то есть она достаточно уверенно фехтовала. В принципе, я смотрела ее предыдущие бои, она тоже на протяжении дня хорошо фехтует. И столько атака, неожидаемых от нее. Я пропустила. Ну что ж, на командный турнир, наверное, сил больше и злости больше будет, так? Конечно. Желаем вам, чтобы вам и девочкам, чтобы все все-таки сложилось на этом чемпионате. Спасибо.